Привет, ребятишки! Бросайте делишки! Вы на канале Сандра Крутышка! И сегодня будет мини-влог. Ну что ж, давайте приступим. Поехали! Итак, мое утро начинается с того, что я встаю с кровати. Дальше я начинаю заправлять свою кровать. Уже почти заправила. Дальше я иду переодеваться. Как вы видите, я уже переоделась. Дальше идем в ванну и умываемся. И вытираем личико. Дальше я взяла расческу и начала расчесывать свои волосики. Дальше я взяла другую расческу и делала себе пробор. Вот я и расчесалась. Дальше я начала делать себе какао. Теперь добавляем сахарочек и мешаем. Еще я себе сделала бутерброд с колбасой и сыром. Теперь я буду завтракать. Теперь я вышла на улицу и хочу поесть ягодки. Итак, идем. Вот он, куст красной смородины. Берем. Посмотрите, какая она красивая. И кушаем. Еще я выделяю время на почитать. Ну и сейчас я буду читать. Кстати, сегодня я пойду на день рождения мамы подруги, и оно будет в стиле 80-х, представляете? И сейчас я вместе со своей мамой поеду выбирать подарок. Поехали! Итак, я уже в машине. Муа! И сейчас мы будем выбирать цветы. Посмотрите, какой здесь огромный выбор. Как из этого можно что-то выбрать одно? Вот такой цветок мы выбрали. И вот такой конвертик. Идем на кассу. Мы уже платили покупочки. И сейчас поедем домой. Что бы мне одеть?
Вау, какой крутой костюм! Наверное, я остановлюсь на нем. Итак, пошлите на день рождения. Ребята, я уже вернулась с дня рождения, и я вернулась очень поздно. Я очень устала, и поэтому я пойду спать. Всем пока!